Вода. Тебе то холодно, то жарко теперь, да? Ванну. Спасите воду. Вон они. Итак, всем снова привет, ребятушки. В прошлой серии мы остановились вот здесь остановились, в метро, да? Я вам обещал рассказать, что же происходило дальше в Москве, куда мы путешествовали, мой братан Сергей, моя дочка Владислава, ну и я, как вы меня знаете, дядя Вова. Меня зовут Владимир, короче. Добро пожаловать на продолжение, на мои летние путешествия в Москве в 2017 году. Так, это, собственно говоря, речка под самой вот той станцией, да, метро. Мы спустились, значит, вниз, в общем, водичка, все дела. И для меня было большой неожиданностью, что, оказывается, Сергей купил билеты на поездку на катере по Москва-реке. Ну, наверное, Москва-реке, раз эта река находится там. Вот, серьезно, я был удивлен. Я не знал, что там у них без проблем катаются эти чуть ли не каждые полчаса кораблики. Ну, сейчас будут кадры, да, сейчас будут кадры. Это не просто кораблик, это плавучий ресторан или типа того. Короче, первая наша прогулка началась с покатушек по реке. В общем, сидим себе спокойненько на верхней палубе за столиками. Плывем, все хорошо, но музыка громко орет. Какой-то там мужик развлекает то ли на скрипочке, на синтезаторе, еще на чем-то. Ну да, о, на скрипочке, во-во-во. Ну я заглушил музыку, ну уж сорян, ну просто громко орет. Ну вы слышали, да, несколько секунд перед этим. Короче, развлекают там зрителей по полной. Да, внизу, собственно говоря, находится бар, можно заказать все, что угодно, и вам это все принесут. Ну, что мой братан сделал? Вообще нет такого. Сейчас, кстати, я обратил внимание на дату и время создания этого файла. Было 3 часа дня, если что. Так что, ребятки, мы не с утра бухали. Ну, как бухали? Начали с пивка. Ну, собственно говоря, и мы продолжили в дальнейшем. То есть 3 часа дня, пока ехали, братан нам рассказывал. Да-да-да, пили только мы с ним, не думайте. Доча пила колу. Рассказывал о всяких местах, которые мы проплываем. И я даже не запомнил, что он там рассказывал. Ну и помимо него, кстати, был еще и ведущий. Помимо этого чувака со скрипочкой, кто-то там, по-моему, женщина, что-то рассказывала о каких-то достопримечательностях, которые мы проплываем в данный момент. Смотря с кораблика, когда мы плыли вдоль, так понимаю, набережной, да, ну, красиво все сделано, укатано, камень, гранит и прочее, прогулочные зоны. Знаете, а по-моему, в Краснодаре то же самое. Ну, по крайней мере, какая-то часть реки Кубань, которая протекает через город, вот так же укатана, также есть прогулочные зоны, также прикольно. А вот эти вот кадры, ну, меня реально до сих пор удивляет. Как они умудрились кран, целый, мать его, кран запихнуть на плавучую баржу? Я как и зачем? Что мы видели еще? Какой-то памятник, я забыл. Не помню, возможно, Петру Первому, да? Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментах, ребятушки. Прикольная такая огромадная конструкция. Видите, вон, сзади домики. Ну, я думаю, вы понимаете масштаб. Красиво смотрится. Камера, к сожалению, не передает всей красоты. А вот это вот здание, я думаю, по крайней мере, его название знают многие. И не только в нашей стране. Красный Октябрь. Это фабрика по производству конфет, шоколадных конфет,
вкусных конфет. Серьезно, я частенько покупаю, и там где-нибудь на конфетке написано «Красный Октябрь». Наконец-таки я увидел, как это вживую выглядит. Огромадный комплекс. В общем, неспешно, так сказать, мы катились по речке, шли по речке, плыли по речке, я не знаю. Да, кстати, сейчас в кадрах это Кремль. Многие видели, как выглядит Кремль, но видели его со стороны Красной площади. А вы когда-нибудь видели, как выглядит Кремлевская стена и вообще весь этот комплекс зданий со стороны речки? Ребятки, это огромный комплекс, смотрится, ну, эпично. Я как рожденный в СССР, я 74-го года рождения, если что, и мне 50 лет. Я бывал в Москве до этого, ну как бывал, проездом это раз, и в детстве. То есть первый раз я там был, пожалуй, лет 8 мне было, то есть это середина 80-х годов, потом еще через несколько лет. Да, первый раз, когда я там был, это было проездом, но тем не менее я успел покататься в метро, посетить там ЦУМ, ГУМ, да, все эти дела. Детский мир, естественно. Как раз тогда тоже было путешествие, о котором я вам еще не рассказывал. Мы ехали к тем же самым, два брата, тетя, но ехали в Воркуту через Москву. Вот, ребятки, кто из вас может похвастаться тем, что во времена СССР был в Воркуте? Это самая крайняя, по-моему, точка. Вот все, поезда туда доходят, больше никуда не ходят. Температура минус 40. При этом в магазинах без проблем ты можешь купить бананы. Кто помнит, то бананов тогда не было нигде. Очень редко где можно было их купить. В Воркуте они были. Бананы, я помню. Я помню бутылочный квас. Короче, клевые были путешествия. Ну, сейчас мы не об этом. Сейчас мы конкретно о 2017 году продолжаем. Мне жарко. Ну, придется снять кофточку, раз жарко. Такой, опа, и сразу видит вид. Снимешь кофту? Я курточку сейчас сниму. Стало жарко. Кстати, да, действительно, вот, например, в Краснодаре в это время, ну, то есть это август, первые числа августа, и, блин, в маечке, как говорится, жарко, а в Москве я в этот момент был в джинсовой куртке, ну, дочь вы видели, небольшой свитерочек, то есть в Москве климат немножко похолоднее. Как я сказал, камера у меня не имеет стабилизации, поэтому, ребятки, ну, сорян, вот такая вот дерганая картинка. Сама по себе снимает четкое изображение, но вот все с рук, все дергается. Оператор был пьян, как говорится, фокус не удался. Короче, Красная площадь. Все замечательно. Мы, как и большинство всяких туристов, естественно, поперлись туда. Да, забегая вперед, скажу, сейчас мы засядем в кафе, которое на Красной площади. Немножко там посидим, отдохнем. Блин, и погодка разгулялась прям. Вообще. Итак, угнездились мы. Ну, можно сказать так, угнездились, потому что вокруг летали птички и все время старались рядом с нами там пристроиться. Короче, по сути, по центру... О, как я сказал, птички, да? По центру Красной площади. Кафе или ресторан, не знаю, если не ошибаюсь, название «Боско». Сели отдохнуть, прохладительные напитки,
коктейли и прочее. Мы с братаном, естественно, пивко, доча, чего-то там, то ли мороженое, то ли какой-то коктейль. Отдохнули и пошли дальше. И знаете, что мне там понравилось? Ну, конкретно в этом заведении. Вы не поверите. Уборная. Так, я не знаю, что она делает. Вот. Класс. Я вот что делаю. Во, во. Еще раз. Да хватит падать! Хватит падать, Лизушка. Если не падает, буду перефотографировать, да. Так, что-то где-то мы были. Боско. Посидели в Боско. Что будет? Гум? Ну сейчас. Снимем. И гум. Тут написано, буква есть Г, буква У есть. А что значит сбоку? Ну, парад. Видела, когда техника ехала? Вот тут все, разметочка. Тут проезжают танки. Я думаю. Ой, слушай, так видно как раз два. Типа я между ними. Ну... Да. Вот теперь я вижу надпись ГУМ. Знаете, вот пока мы там шатались по Красной площади, я слышал много языков. Ну, то есть, не только русский, там, не знаю, английский, французский, итальянцы, китайцы. По-моему, там гуляют все иностранцы. Это единственное место, где их действительно бывает много. Все-таки место притяжения. Достопримечательность. В общем, сейчас нас Сергей ведет еще в одну точку. Я вам попозже покажу. Нулевой километр, откуда начинается Россия. Ну, видимо. Иди встань, Влада. Иди. Загадай желание. Собственно говоря, это и была та самая отметка. Нулевой километр. Ну, то есть, оттуда идут все дороги в России. Ребятки. И да, вот кто-то там зарабатывает. Вот заметьте, каждый, кто остановится, в основном кидает монетку. И рядом эдакий такой мужичок, у него палочка с магнитиком. Он такой оп-хоп-хоп-хоп-хоп, ходит, монетки собирает. Прикиньте его заработок. Просто тупо стоит рядом, люди постояли, кто кинул монетку, он ее такой примагнитил. Ух. Кстати, забыл сказать, вот этот самый ресторанчик Боско на Красной площади, я думал, ценники там будут просто конские, но... Значит, нет, нифига подобного, пиво, бутылочка пивка стоила всего лишь в 2 раза дороже, чем в каком-нибудь, я не знаю, Магните или Пятерочке. Но об этом я узнал немножко позднее, ну просто когда Сергея спросил, говорю, а сколько там пива хоть стоило-то. Дело в том, что он все покупал, то есть он так, все, сейчас идем туда, идем сюда, он за все платил, мы просто отдыхали. Большой ему респект и спасибо. Ладно, я думаю, на сегодня с вас хватит. Остальное в следующем видео. Goodbye, ребятушки. Увидимся еще.